Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. К некоторым ученикам Николай Цискоридзе относится особенно трепетно. Недавно он выложил фотографию со своим любимым учеником. Недавно известный танцор Николай Цискоридзе стал участником бенефиса Анжелины Воронцовой, пимы-балерины Михайловского театра. Танцор вышел на сцену, а также режиссировал мероприятие. Кстати, Цискоридзе не просто коллега Воронцовой. В прошлом именно он стал ее первым партнером в Большом театре. Помимо Николая Цискоридзе, в бенефисе участвовал Денис Родькин. Молодой человек является лучшим учеником легендарного танцора. Кстати, балерун очень нежно относится к своему учителю. Так, маэстро выложил в Инстаграм фотографию, на которой молодой красавец целует его в щеку. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.